Название «водка» происходит от русского слова «вода». Происхождение водки до сих пор остается загадкой, однако основными кандидатами на происхождение являются Россия и Польша. Дата рождения припадает примерно на 12-е столетие. Основными отличительными свойствами водки являются бесцветность, безвкусие и отсутствие запаха, что и делает водку практически нейтральной. Имея эти качества, водка становится одним из очень важных частей коктейля. Водку перегоняют из зерна, картофеля и свеклы. И необходимо, по крайней мере, провести 3 дистилляции и фильтрацию через активированный уголь или кварцевый порошок. Оставим в стороне вещества, которые ответственны за вкус этого напитка. И рассмотрим, что водка состоит главным образом из воды и спирта, процентные части которых колебаются между 37,5% и 60% от общего объема. В классической русской водке количество алкоголя присутствующего должно быть близки к 46%. Число было назначено известным русским химиком Дмитрием Менделеевым, хотя русский стандарт это 40. Водку производят в Польше, России, Финляндии, Великобритании и Соединенных Штатах. Водка используется в качестве основы многих популярных коктейлей, как кровавая Мэри, водка Red Bull, водка Тоник, Лемон, водка Мартини. Водка является перегонным напитком, который пьют в чистом виде и в холодном состоянии, но не замороженным. Для того, чтобы насладиться во всей полноте, как и пьют в странах происхождения, необходимо подавать водку в специальном небольшом стакане с расходящимися слегка стенками. Водку пьют во время еды, наслаждаясь закусками и блюдами. Чаще всего водку преподносят с дольками лимона, оливками, закусками, маринованными овощами, в особенности огурцами. Раньше водку использовали как анестезирующее или дезинфицирующее средство, после чего Семель начали производить и употреблять ее на дому, так как она имела опьянительные свойства. Оставляя в стороне содержание спирта, водку можно разделить на 2 большие категории – чистая и ароматизированная со вкусом фруктов, ванили, перца. Посмотрим на состав водки. Как вы видите, все ингредиенты практически на нуле, кроме килокалорий, так что будем осторожны.